Блять, всем привет, дорогие друзья, с вами Hellcat. Сейчас я, сука, пакет. Нахуй. Сейчас я вам покажу, как, блять, сделать томатный сок из какой-то подручной хуеты. Так, у меня на кухне срач. В кружке какая-то хуета. Выкинуть нахуй. Да похуй сойдет. Короче, наливаем воду. Выключаем воду. Вот стакан воды, блядь. Сука. Блядь, как эту хуету открыть? Во, блядь. Томатная паста. Берем, блядь. Ложку такую, нахуй. Чтоб прям, блядь, конкретно, нахуй, томатную пасту набрать. Томатная паста. Размешиваем. Вода охуевает, у нее месячный. Закрываем банку. Сука, да закройся ты, блядь. Открываем холодильник. Ставим банку. И, не, блядь, не берем нахуй до истечения века, нахуй. Мешаем, мешаем, мешаем. Иначе произойдет какая-нибудь хуета. И, блядь, будет невкусно. Добавляем. Сука. Соли. Сука. Еще немножко. Мешаем. Пробуем. Могу сказать, сука, не досолил. Короче, блядь, соли добавлять по желанию, нахуй. Мне вообще поебать. Я люблю, нахуй, соленую, блядь, сок, нахуй. Мешаем, блядь, мешаем. Смотрим, сука, соль есть, мешаем. Блядь! Сука, пролил. Пробуем. Получилось мега соленая, но вкусная хуйня, с которой я обосрусь через 30 минут где-то. Итак, делаем выводы. Эта хуйня вам не поможет от коронавируса, но поможет вам как хуета для закуски. Приятного аппетита, нахуй.